Пятница. Здравствуйте. Сегодня у нас последний день занятий. Мону вы уже знаете. Она поможет нам выполнять упражнения. Первое, с чего мы начинаем, это сокращение плеч. А теперь в обратном направлении. Потом мы попеременно вытягиваем руки вверх. Левую и правую. Теперь наклоны. По три раза в каждую сторону. И помните, ягодицы должны быть напряжены. Обхватите колено руками и прижмите его к груди. Не забывайте, что спина должна быть прямой. Повторите по три раза с каждым коленом. Как вы уже знаете, бедро следует держать прямо. А теперь с другой ногой. Чтобы расслабиться, мы делаем наклон. Но не забывайте держать колени согнутыми. Медленно выпрямляемся, позвонок за позвонком. Наклоните бедра и вытяните руки вперед. После этого встаньте прямо и разведите руки в стороны. Повторим это упражнение несколько раз. Теперь сомкните руки и вытяните их высоко над головой.
Затем отведите их назад. Все это время позвоночник должен оставаться неподвижным. А теперь поднимите руки за спиной как можно выше. Повторим упражнение еще два раза. Теперь согните колени и потяните руки за спиной по направлению к полу. Поднимайте ваше туловище, оставляя руки высоко над головой. Теперь расслабьтесь. Впереди у нас сегодня новое упражнение. Согните колени. Верхняя часть тела должна находиться в горизонтальном положении. А сейчас разведите руки в стороны. Представьте, что ваши руки — крылья. Попытайтесь летать. Для того, чтобы отдохнуть, мы вновь наклоняемся вперед. Вставайте медленно и держите колени согнутыми. Следующее упражнение называется «Треугольник». Ноги врозь. Одна нога повернута в сторону, ваши руки в горизонтальном положении. Руки и плечи должны находиться на одной линии в течение всего упражнения. Теперь наклонитесь в сторону. Постоянно смотрите на руку, вытянутую вверх. Измените положение руки. И опять расслабьтесь, наклонившись вперед. Медленно выпрямитесь. Позвонок за позвонком. А теперь та же комбинация, но в другую сторону. Нога отставлена, руки горизонтально. Медленно наклоняйтесь в другую сторону. Затем переместите руку. Наклонитесь и отдохните. Потом медленно вернитесь в исходное положение.
Для следующего упражнения лягте на пол и прижмите колени к груди. Не отрывая плеч от пола, нагните голову коленям. Расслабьтесь. Давайте повторим упражнение еще раз. Вытяните руки, положите колени по одну сторону тела, а голову поверните в противоположную. Те же движения, но в другую сторону. Верните колени в исходное положение. Теперь можно сесть. Как обычно, в конце программы упражнение для мышц шеи. Убедитесь, что вы сидите с прямой спиной. Вначале полуобороты от одного плеча к другому. Теперь поворачивайте голову из стороны в сторону. Поочередно наклоняйте голову к каждому плечу. И так несколько раз. Теперь наклоняйте голову вперед.